Остановились поезда, не летали самолеты, десятки поваленных деревьев. Накануне на Сочи обрушилась непогода. Как и прогнозировали синоптики, в ночь на субботу начался ураганный ветер, сильный дождь и шторм. Ветер срывал крыши домов, валил рекламные щиты и огромные деревья. Сообщения о ЧП поступали из всех районов курорта. Вылета ожидали более 2000 пассажиров. 8 самолетов не рискнули совершать посадку при ураганном ветре. Их отправили на аэродромы Краснодара, Анапы и Минеральных Вод. Были сбои и в работе железной дороги. Путейщики на участке Шипси-Дагомыс расчищали рельсы от упавших деревьев и поломанных веток. Шестибалльный шторм почти полностью смыл пляж и разрушил набережную в поселке Лао. А в курортном районе Имеретинский волны высотой в несколько метров легко преодолевали берегозащиту и заполняли внутренние дворы коттеджей. Придомовые территории и первые этажи зданий были полностью затоплены. Оценка 80 метров. Решение 20 метров. 10 метров. 3 метра. 1 метр. 220. 200. 180. Скорость 140. Дамы и господа, добро пожаловать в Сочи. Мы прибыли в аэропорт Адлер. Для вашей безопасности просим вас не размещать ваши вещи в проходах и оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности до полной остановки самолета. Вися песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Курс на берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушанного руля. Вспоминаю о любимой у послушанного руля. Буря, ветры, ураганы, да нам не страшен океан. Молодые капитаны поведут наш караван. Молодые капитаны поведут наш караван. Песня на просторе, здравствуй, милая жена. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Штурмовать далеко море посылала нас страна. За окном стихия. Сегодня штиль на море, погода установилась, солнце светит,
Все хорошо. Природа красивая, сосны какие чистые. Давайте, что остановить? Дождь вымыл, и смотрите. Мамушка как блестит. Ох, какая красивая. Красота какая. Расцвела камелия японская возле нашего корпуса. Очень красивая. Граждане отдыхающие, приехали с Поцесты. Настроение бодрое. Самочувствие хорошее, прекрасное, прекрасное. Солнце светит, ура! Ура! Сегодня у нас 24 декабря, канун католического Рождества. Настроение побойчее, пободрее. А солнце какое, а благодать. Ой, наша зайка улыбается, Алла Ивановна. Настроение сколько вы процедур приняли, Алла Ивановна? 10. А мы вторую сегодня. Ой, Божья благодать. Улавливается. Сюда, моя хорошая. Вау, вау. Наша зайка улыбается. Улыбается подбородочек. Гораздо веселее. Джингл бэл, джингл бэл, джингл он зе бэл. Зима раскрыла снежные объятия, и весны все дремлют тут. Только елки. Сегодня 31 декабря. 2016 года. Встречаем, да, встречаем новый 2017 год. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь, февраль. Первый тост за наше новогоднее знакомство. Наш гостеприимный южный город
Счастьем. Это я, ваш Дед Мороз. Вы Семенова Мария. Значит, вам подарки нес. Передать просили очень поздравления, друзья. Чтобы год прошел успешно, рядом чтоб была семья. Маши, Оли, Тани, Валя, Ксюша.
территории санатория «Золотой колос». Пришли на экскурсию, называется «Дерево дружбы». Красивая территория. Ой, коты замечательные. Мы видим мандарины, грейпфруты, там лимоны, апельсины, цитранжи, померанцы, траншкваты, например, очень интересные, кинканы маленькие с вишнью. В мире дерева под именем «Дерево дружбы». Вот сегодня мы к нему сейчас отправимся, и я познакомлю вас с его историей. И очень урожайная пива в Сочи. Просто вот, все было усыпано плодами. Цветет обильно, и плодоношение обильно. Сначала самый морозостойкий цитрус. И стал прививать на него разные сорта, которые в Сочи завозились из разных стран мира. Вот сюда, на одно дерево, он привил японские мандарины, итальянские лимоны, американские грейпфруты, испанские апельсины, китайские кинканы, французские клементины. Зима, однако, субтропики укрывают деревья, чтобы они не погибли. Сегодня хороший погожий день, солнце светит. Вышла на море и посмотрела. Море чаек на воде. Это что-то невероятное. Очень много чаек. Завтра отправляемся в Москву. Мы загадываем желание приехать бы еще. Хороший сегодня погодный день. Красота. Ай. Какой ты симпатичный. Ну, попозируй мне, котик. Кыс-кыс-кыс-кыс. Ой, котик развернулся и пошел в другую сторону. Сегодня 7 января, Рождество Христово. Очень солнечный, погожий день. Небо чистое, ясное. Всех с Рождеством! Здоровья всем! Радостей! Чтоб все было хорошо в нашей семье, в нашем доме. Сегодня последний день отдыха. В китайском уголке мы находимся. А вдали китайская беседка. Очень красиво. Сегодня все работает, водопадики маленькие. Журчат ручьи. Трам-пам-пам-пам. Там-пам-пам-парам. И даже тень. Сегодня очень хорошая погода. Тепло. Днем плюс 15. Журчит ручей. День такой погоды. С Рождеством! Всем здоровья, радости, оптимизма, достатка в дом, чтобы у всех было хорошо.